Добрый день, дорогие друзья! Я сегодня нахожусь в Ашане. Здесь я не была, наверное, лет 5. И за этот период я заметила изменения. Какие? Товаров стало меньше, полки ниже, ассортимент меньше. И цены, кстати, не из дешевых. Ну что это, вот масло «Идеал»? Он в другом магазине, я видела, меньше 100. А здесь цены 100 рублей. Ну, пойдем сейчас вот здесь посмотрим, что тут есть. Рыбный отдел. Народу в рыбе нет, а рыба? Рыба есть. Свежая вот рыба есть. Сейчас я огурцы посмотрю. Ничего себе. Перец 200 рублей. Так, что тут у нас есть? Перцы вот 248, красный перец 200, оранжевый 245. Цены заоблачные. Редька 31. А где огурцы? Огурцы. Ничего себе, здесь кафе сделали. Нет, я здесь давно не была. Для меня это нонсенс. Где огурцы-то? Вот они, огурцы, молодцы. Там развесные. А какие взять? Развесные или вот эти? Огурцы не из дешевых. И качество не лучшее. Нет, я, наверное, их брать не буду. Огурцы я не взяла. Так, все покупают что? Я забыла, как это называется. А, личи. Да. Видите? Я его не буду брать. Здесь разные конфеты. Но конфет мы наелись с Нового года. У нас было очень много конфет. А вот с этой стороны... мясо. Я взяла фарш. В мясном отделе много, особенно где куры и индейка. Народу прибавилось. Я взяла что? А, вот это было 49. Слобода. Йогурт. А сейчас 19. Я его взяла. Что тут вкусного-то есть? Йогурты. Йогурты какие-нибудь. А это что? Продукт творожный. Не знаю какой. Люди берут. Сейчас пройдем здесь. Здесь посмотреть. Какой взять? Вот это так. Сейчас пойду. В носки посмотрю себе. Чулки, чулки, носки, носки. Но такой я не хочу. Очень оляпистые. Хотя качество хорошее. Мягенькие. Красивые носочки. Все. Отоварились. Немного я купила. Совсем чуть-чуть. В основном-то ехала за горшком. Горшок я взяла, для рассады взяла ячейки. Фарш взяла, хлеб. Все, огурцы не взяла. Огурцы очень плохие здесь. Мне не понравились. Не знаю, где буду брать огурцы. Я зашла в Леруа. Посмотрите, какая красивая коллекция. Вот этих настенных ковров. По 3000. Целая галерея. Ну, конечно, это не вот эти детские, а вот те домики красивые. Красивые. Мне нравится. Смотрите, как красиво. Яркие панно. Мы заходили посмотреть
светильник. Ничего не выбрали. А народу в магазине очень-очень много. Такое чувство, что все ремонт делают. Сверху эстакада, справа эстакада. Вот как они построили. Музей усадьба Архангельская. Мы были там. Поедем на Петровский фермерский базар. Наверное, вкуснятина там продается. Натуральный продукт. В оружейный салон приехали. Здесь только оружие продается. Это маскировочные костюмы. Не надо такой костюмчик. А? Это под траву. А это я не знаю, что такое. Что тут только нет. Даже сапоги резиновые. Смотрите, какое оружие здесь продают. Нифига себе, охотничье. И вон там чучело птиц. Сейфы, обувь. Смотрите, какие ножи красивые. Ничего себе, охотничьи. И топорики. Ух ты. Красивые ножи. Все, уже приехали. Сейчас поворачивать и все. Ты куда поедешь еще? На сервис?